Поэтому смотрите сами, можете рискнуть поставить 35, но я бы поставил 30. Я бы поставил 30 сейчас, кстати, давайте, чтобы не мешало, перетянем. Вот так и снова пауза, снова договариваться, парни, кто будет фидить, кто будет что. Так, ну что, парни, будете ставить на тотал больше или нет? По времени. Кто-то рискнет. Ну, на тридцаточку, я думаю, можно процентов 80-85 спокойно заливать. Тут от дайра вряд ли они так быстро смогут подняться на хайграунд, даже если у них все будет хорошо, там только джиггернаут бьет строение. Дайр потом, да. Нет, потом играют у нас за Radiant. Стартуется игра уже, тут пишут Go, готовы стартовать, отжимается пауза и сейчас будем смотреть вторую игру, 1.2, ну, 3, а 35, ну 40 тут, кстати, может быть, если начнут хорошо вот Дайр, то 40 точно будет. Тут у них вряд ли получится зайти на хайграунд, потому что, ну, земелья не бьет, Гримстроук не бьет, Дарксир тоже не бьет, разве что иллюзиями, но иллюзии с кого? Тоже особо тут не побьешь. 36 я успел за 2 поймать. Ну, 36, кстати, может быть. Судя по прошлой игре, правда, тут если Лина есть Фурион, тут уже есть чем ломать строение. Также антимаг, если будет фармить, неплохо себя чувствует. Ну и ультимативная от... Через минуту уже было 1.7. Понял. Понял, понял. Лина должна отправляться в мид, но хотят все-таки сначала выйти у нас на топ. Попытаться, возможно, сделать First Blood. Там уже начинают настреливать по антимагу. Антимагу главное не подставиться. Вкачивает дагер и просто отсюда отпрыгивает. Антимаг отпрыгнул. Антимага уже не словить. Стянул на себя героев. Понял, кто куда идет. И сейчас, возможно, попытается на топе Джиггернаута прохарасить, там выходит на него Раста, но Раста просто тычками отгоняет его, тоже разведет немножечко на хил танга. Сейчас одно съест, но все равно этого маловато. Хотелось бы кого-то убить, но убить, увы, никого не получится. Разменяются баунти рунами, снизу две должны себе забирать дайра, а на топе все-таки заберут. Потом себе две баунти руны, и Лина вкачала уже стан, забирает себе последнюю баунти руну Дум и 2-2. Антимаг, да, дагер себе взял. Там бы подставлялся под Гримстрока, возможно, урона бы и не хватило, но все равно опасно было. Там второй щиток бы откэдэшился и с двумя щитками точно бы убивали. И сейчас будут неприятности. Пытался закатиться на Фуриона, но влетает мимо кассы у нас здесь. Земелья и антимаг сейчас за счет этого может под тавером подфармить, но без топорика особо, я думаю, у него этого не получится. 5 крипов уже у ДС, и с первой пачки всех крипов забрал. Но я верю в Джиггернаута. Но если дадут фри фарм, Джиггернаут... Вот проблема в Думе будет только, что можно будет его ловить даже в Блейд Фьюри. Тут нужно будет аккуратно играть Джиггернауту, хотя если будет фри фарм, купит себе манту. Либо же в Сию пойдет, попытается как-то сам навязать темп игры. Тут могут дайры отомстить за первую игру. Чекайте крипстаты в миду. В миду у нас Лина 7-2 и снова Эмбер Спирит 2-0. Да, Эмбер просаживается снова в этой игре. Но Джиггернаута тут у нас неплохо прогнали. Должен будет сейчас отхиливаться. Хотя скушал веточку. Сейчас отгинется немножечко побольше. 0-0-7-1.
Да, снова заходят за Т2 вышку у нас с Дарксиром. И, кстати, сейчас Фурион ошибается. Фурион пытается прохарасить тут оппонентов, но, увы, он теряет драгоценную экспу. Ничего тут не получает. Да, вроде неплохо антимаг получает x2, но Фуриону тоже хотелось бы хотя бы третий левел взять. Каждый успел вкачать на единичку. Джиггернаут, Блитфьюри, неплохо. Рико можно попытаться убивать. Хватит ли урона, но все-таки уходит отсюда Раста. Можно было даже на развороте попытаться Джиггернаута связать. Но боялся подставиться, скорее всего, под гримстроука Джаггера. Прогоняет. Фласочка должна быть у него. Если нет, фласочку уже выпивал. Фласочки нету. Есть, если что, действует танго. Там задувает у нас неплохо по Думу. Но Дум, увы, 10 регена, его не получится убить. А вот Рико подставляется. Джаггернауту бы оставить хил. Да, это ферстблад для Джаггера. Для Джаггера все хорошо. Ферстблад. Получил себе 337, и сейчас, правда, линия сломалась, нужно как-то от воды идти уже делать гримстроуку, потому что будет неприятно фармить. Спасибо за подписку. Сэнд Данил, что у нас в миду? В миду у нас 15 на 3 на 10 на 0. Эмбер пока что... У Эмбера все плохо, но и там... Пытаются напрягать антимага, но антимага, увы, по таверам фармит себе. Спокойно, тут еще лишает ДС маны, но ДС, я думаю, в скором времени купит себе уже. Soul Ring уже даже есть, тут с маной ему не особо критично. Может, если что, прожимать. По-прежнему первый левел был у Фуриона, вот сейчас получил второй, вкачал себе. Телепорт может, кстати, сейчас... Еще раз дождаться вызвать стрентов, слетать на базу и с телепорта вернуться. Если что, тут неплохо. ДС прохарасил, ДС до последнего играет, но тут главное не подставиться. Тут главное не подставиться, знает, что на топе Раста никуда он не стягивался, поэтому себе ни в чем не отказывает. Здесь и что в миду? Эмбер не камбэкает, Эмбер не камбэкает, отстает на 10 крипов, на 9. Но по динаям также просел. 5 крипов, это тоже немаловажно. Ну и у Дума. У Дума вроде так же, как у Джиггернаута, но, увы, у Джиггернаута нет. У Девавера, которому сможет кушать крипов, получать дополнительного золота. Поэтому у Дума здесь должно быть все хорошо. Снова Джиггернаут, Блейдфьюри раскачивается неплохо по Рико. Но Рико там неплохо себя отгородил. Правда, из-за этого Дум может пострадать. Под землей идет у последнего связочка по Джиггернауту. Джиггернаута можно попытаться убить, но, увы, не хватит урона. Тут еще задувает у нас по Рико. Кстати, нужно было, наверное, по Думу. Там кончилась земля. Его бы можно было 2К закинуть на Джаггера. По приколу. Рискованно. Рискованно, потому что вот этот парень откровенно руинит уже вторую игру подряд. Джиггернаута словили, Фурион перетянулся. Кстати, тут если Джаггер уходил, была бы ошибка Фуриона. Зачем-то начал автоатачить крипов, а не Джиггернаута. Но все-таки хватило ему. Точнее им урона. 5-я минута. Баунти руны на топе подконтролит 2 Рико, а снизу у нас земель. Я должен забирать. ПТшечка уже появляется у антимага, и антимаг сейчас... По идее, уже если что и в леса сможет уйти, с молниями толкать будет. Этот парень это кто? Джиггернаут? Или вот этот вот толкатель? Купит ли он это себе? Фурион залетает неплохо, это еще и минус Дарксир. 2-1, снова неплохое начало для коллектива Потэм. Ну, на топе у них более-менее равно здесь идет, правда, линию как-то бы распушить в сторону Дума, потому что опасно здесь вот так стоять. Гримстрок сейчас стягивается, шестой левел. Так, Гримстрок пытается все-таки как-то прохарасить Дума, но слишком далеко лезть не стоит, хотя под Т1 вышкой, под Блейдфьюри можно попытаться убивать. Да, пятый левел получил, сейчас Блейдфьюри еще больнее будет бить, и у Джиггернаута все хорошо, правда, все плохо. У Эмбер Спирита. Эмбера забирают. Также, возможно, убьют еще и Земелю. И, кстати, снова. Кстати, снова. Кто у нас подруинил? Два героя. Четверка и Мидер. В прошлой игре играл на Баратруме. Прилетал Фидел. Тут опять решил у нас повторение мать учения. Неплохо. Три ремнанта потратил. Так сильно хочет убить Рико. А получится ли? Сеточка должна быть. На сеточку не хватает маны. Там у нас работает
Flame Guard, но не угадывает, где находится оппонент, и за счет этого килл не получится сделать. Про факера зашло. Про факера зашло, хотя факер бы хотя бы фишечками от НС попользовался. Хоть какой-то толк бы был. Тут еще сейчас варды раздевальдят, хотя неплохо. Эмбер Спирит хоть что-то сделал, топориком сломал. Вард еще немножко поживет, задоджил, еще станут лины. Тут Эмбер собрался. Эмбер собрался, правда, проблема у антимага. Снизу антимага сильно пробивает, снова подставляется Дум. А Дум, кстати, после телепорта погибает, не хватает немножко урона. Но сейчас тычка крит должен залетать, но и без крита справляется Джиггернаут. Джиггернаут тут чувствует себя неплохо. У Джаггера... Давайте нетворсы откроем. Джаггер у нас топ-3. Джаггер топ-3, хотя вроде по киллам 3-1 и фармит. Сколько у него крипов? По крипам у него вроде бы тоже не все так плохо. 26 крипов. 26 крипов. Здесь все-таки нага камбэч. Так. Все, забыли прошлую игру. Давай не вспоминать. Давай скажем, я был неправ, ты был прав, и все, и мы забудем эту ситуацию. Влетает у нас снизу на Фуриона, но правда, будет ли смысл с этого? Дарксир может погибнуть, под землей у нас находится, да, забрали Фуриона, но, увы, Фурион это саппорт, а Дарксир это оффлейнер, тут неплохой у нас мановойд. И сейчас Джиггернаут может погибнуть. Не хватает маны на ультимейт. Джиггернаут, чтобы как-то добить, прыгает туда антимаг и заберет еще, скорее всего, Гримстрок, а правда не хочет. Даблкил снизу оформляет у нас Джа-Джа-Джа. Все, пожали руки, парни, все нормально. Разошлись, словил стан, лагуна, последние тычки, задоджил тычки, но, увы, последние ремнанты не успел нажать. А было ли у него мана? Не доиграл? Нет, маны не хватало, стики переложены не было, стики поэтому не заряжаются. Поэтому как-то так. Поэтому как-то так, замаксил себе Flame Guard, ни разу не взял чейны. Взял фисты в двоечку и флеймгард в 4. Тут снова идет нападение у нас на земелью. Земелья снова на баре, он мало нафидел в прошлый раз в миду. Решил все-таки компенсировать это дело. Вот вроде бы нигде он не погибал, только на миду. Три раза, два раза точно погиб. Третий не помню, где он погибал, но скорее всего и... Да, парни, вот этот парень откровенно фидит. Ну бывает, не пошла игра... Правда, бывает, там не пошла первых 5 минут, но вот уже первых 45 минут, это не то. Снова его словили, снова минус Эмбер Спирит. А зачем он сюда приходит? Непонятно, есть Фурион. Залетает себе, ни в чем не отказывает, но, увы, за это его наказывают. Что у нас по артефактам? Давайте посмотрим. Есть уже фейзы у Джиггернаута, купил себе в Рейсбендик. Непонятно пока, что будет выходить, но явно не... Не в БФ, да, покупает себе барабаны, тут есть Солуринг, дальше ничего не появилось. Кстати, купит себе Доминатор, купит Меку, это хоть как-то улучшит тимфайт, но, увы, как-то бы вот немножечко вот этого человека улучшить. У него пока что все очень плохо, даже ПТ-шечки нету. Нету также в Рейсбенда, пытался своровать у нас здесь руну, но руну... Не получилось. Не получилось в лес пойти, но лес, наверное, все-таки подстакивать нужно было бы для Джиггернаута, хоть как-то надеяться на него. Опять же таки будет повторение прошлой игры, вся надежда на Джиггернаута. У мидера все плохо, снизу тоже у Дарксира вроде как все хорошо, но не все хорошо, как должно было быть. Ловит Дум, и это минус Дарксира. Отъедет он, пытался немножко прохарасить антимага. Антимаг, кстати, еще и забирает себе этот килл, получает 230 голды и... Приближает себе появление БФ, а причем антимага снизу пытались как-то харасить, пытались его напрягать, а БФ, вот если все дальше так будет продолжаться, сейчас вышечки начнут падать, то БФ появится к минуте 15. Да, забирают у нас сейчас Рико, возможно еще получится кого-то подсейвить, все ремнанты были потрачены, без маны находится, правда неплохо, прохарасили, стан словил, но земелья уже в этот раз компенсирует. Проигранная в миду, есть уже Юл, но я думаю, вряд ли здесь отпустят. Да, забирает еще себе этот фраг Джиггернаут. Тут неплохо сыграно, стянулись на топ, стянулись все вместе, причем сделали хороший килл на лине. Все-таки хотят парни, чтоб вторая ставочка зашла.
Хотят побрыкаться 35 минут, но, кстати, шансы тут немножечко побольше. Есть на победу, пик не особо такой плохой у них по сравнению с прошлой игрой. Зацепили, правда, снова ДС. ДС, кстати, под щитками неплохо подрался. Зачем змейки были потрачены? Непонятно, и так бы забирали. Там на судже не хватало. Если прожал бы Soul Ring, то просто с раста стычки его забирал. Поэтому здесь погорячился немножечко. Кстати, да, стеночку противоэма не качать, это лучшее, что может быть. Это вот такой вот мой тиммейт, а и последний раз перепрыгнул у нас на Трента, но все равно хватает урона. Блэдфьюри там уже вкачано в 4, Лина хоть кого-то зацепить, зацепила Гримстрока. Гримстрока должны убивать, есть, если что, Лагуна. Фраг хоть какой-то сделать получилось. 212 голды, и опять же таки дота сломалась. Парни, Рико тут должен погибать. Факер себе этот фраг оставит, да, забирает себе. А почему дота сломалась? 6000 преимущества, все очень хорошо у коллектива потым, но дает больше за слово, чем за Рико. Это как? Непонятно. Непонятно, ну, АМ скоро купит БФ. Скоро купит БФ, не хватает ему там буквально 700 голды. Сейчас должен был ее отфармить. Где-то в лесах, правда, тут ДС поселился снизу, пытается, возможно, толкануть линию, но там, правда, Т2 вышка толкается, земелья залетел, тратит ультимативную, команда, если что, подтягивается, там есть фейзы, на фейзах залетает сюда Джиггернау, должен раскручиваться, Блейд Фьюри, Сайленс также залетает от Гримстроука, но Дума за эту наглость наказывает, да. Дума наказали, правда, можно отмазочку ему дать, а я в это время фармит, стянул на себя троих героев, поэтому... Хоть как-то, если ДС стенку вкачает до 30-й. Кстати, можно поставить парня. До вакуума 4-го вкачает или нет? От 8-й до 12-го левела, плюс еще до 13-го стенка будет вкачана. И талант до 14-го будет вкачана Wall of Replica или нет? Как думаете? Пишите в чате. Ну, у Дайр есть шансы тут... Эмбер сейчас пару киллов таких пойдет, сделает, немножечко камбэкнет, ну, опять же таки, вроде все плохо, но идет наравне практически с Джиггернаутом, но Джаггер особо пока что не фармил, Джаггер более дерется, что у нас у него там 6-2-2, 8 киллов, из 10-8 он уже поучаствовал, что-то я не верю в АМ уже. Почему? БФ появился, сейчас минут 15 будет фармить, потом... Соберутся с командой, если хорошо подерутся, заберут кого-то Рошана, вот как в прошлой игре. Правда, в прошлой игре у них все хорошо было с самого старта, а сейчас одна драка может как и улучшить ситуацию, так и усугубить. Пытаются снизу забрать Фуриона, Фурион должен погибать, он даже не замечает, что у него хитпоинты пропадают, просто стоит АФК. В прошлой игре у нас кто стоял АФК? Тайтхантер, вроде бы как. Бодиблок шикарный от Факера, Факер заберет ли себе килл? Нет, оставляет все-таки ДСу, тут подставляется... Еще неплохо Рико. Рико также же должен погибать. Это даблкил. Правда, даблкил оформляет себе Дарксир. Зацепили еще и Дума. А вот и камбэчная, парни, подъехала. Кто не верил в этого Джиггернаута? Верил в антимага. Сейчас немножечко занервничал. Стенка есть. Все, парни. Ставочка зашла, стенка есть. Как Зев сгорел. Ну, кстати, неплохо тут отыграли, правда, все равно 4000 преимущества за коллективом потом. Нужно как-то вышки забирать, потому что вот с вышками проблема, только одну забрали. Правда, сами потом не особо много забрали, забрали мид, забрали топ, и сейчас стягиваются на Т2 вышку, готовы, если что, здесь драться, но я думаю, просто размениваться будет. Потом не хотят они здесь драться, пока что не готовы, пока что не готовы. Антимаг сейчас скипнет крипов, антимаг зафармит вражеский лес, тут им лучше... разменяться вышечками, правда, кто быстрее забирает, если были змейки, конечно же, быстрее потом бы забирали, но все-таки с руки бьют, Фурион с антимагом еще и не закейсил себе вышку антимаг, Форест забрал ее себе, антимагу нужно отходить, там уже телепорты пошли, готовы, если что, встречать, правда, неплохие фистычины залетают, вкатывается земля слишком поздно, но хотя бы хоть кого-то зацепить, зацепили Рико, хотя Рико еще живет, но все-таки Рико убивает, Рико погиб, там пытается еще у нас забрать Или, ну это минус 2 на развороте, правда не получилось свою Т2 вышку задефать, но и так неплохо сбили. Неплохо так денег, получили 500 голды.
549. Это тоже хорошо. Это даже очень хорошо. Тут антимагом пытались найти вакуум немножечко. Не достает, и антимаг просто делает блинк. И сейчас должен с телепорта улетать. Антимаг уже снизу выиграл немножечко времени. Стянул на себя четвертую, третью позицию. Убить его не получилось, поэтому антимаг доволен. Антимаг доволен, правда, если там немножечко получше стянул у нас вакуумом. Ну вот на 15 левеле возьмет себе, скорее всего, 75 к радиусу вакуум. И будет намного... Кто сейчас на Radiant? На Radiant играет сейчас потом. Вот их картинка, только они выставляют, тут лога нету. У дайеров, поэтому видно. Там же мидер 0. Они без мидера камбэкают. Как и в прошлый. Ну как, в прошлый они не камбэкали, просто неплохо пару раз подрались. Причем сами же потом закинули, когда заходили снизу на хайграунд. Слишком нагло сыграли. Из-за этого их наказали. Забыли то, что есть такая простая связка. Можно нажать sleep. Под это все зайти. Ну что, Джаггер фармит. Что у нас у Джиггернаута? У Джиггернаута скоро диффуза появится. Уже есть. Осталось их себе только привести. Ну, возможно, в такой игре нужно было в БФ выходить ему. Хотя, возможно, план есть, что сейчас немножечко левелы подфармят, и чтобы в лейт не выходить, будут пытаться как-то навязывать сейчас свои драки. Зацепили Рико, Рико в очередной раз погибает. Это минус Рико, нужно килл оставлять Джиггернауту. Джиггернаут забирает себе 8-2-2, 100 крипов, 18-я минута. Неплохо. Неплохо, долетели диффуза, и сейчас с диффузами можно будет пытаться как-то... И ловить. Ловить Лину, ловить Фуриона. Мека также доезжает у нас до ДС. Ну, ДС, когда грифсы соберет. Тут, правда, пайп тоже нужен. Слишком много магического урона. Ультимейт Фуриона. Там БКБ уже появилась у Лины. Откуда такие слоты? 9500 нетворс. Антимаг с БФом фармит. У Лины практически такой же нетворс. На 200 отстает. Лину убивали, антимага нет. Вот эти 200, причем Лину убивали дважды. Ну, все-таки, парни, это ж тир 3 дота, даже тир 4. Можно ее так назвать. Поэтому здесь стабильностью и не пахнет. Стабильностью не пахнет. Антимаг практически манту себе купил к минуте 22. Я думаю, у него она уже появится. Смоки были прожиты. Можно зайти на Рошана. Можно зайти на Рошана, можно сделать пиков и потом развернуться. Зайти на Рошана, наверное, все-таки решают. Сделать так, заходит во вражеский лес, но, увы, в том лесу никого нету. В том лесу никого нету. Увидели Лину, Джиггернаут спалился, понимает, что это нападение на Лину. Правда, успеет ли среагировать? Нажимает БКБ, но, увы, БКБ не спасает у нас от ультимейта. Там Гримстрок неплохой ультимейт выдает. Можно попытаться дать Дум, но Дум встает в сайленс. Не выдаст он Дум, погибает у нас Лина, погибает Раста. Также погибнет Дум, и это минус 3. По итогу, да, успел он выдать Дум по Эмбер Спириту, но даже если бы Эмбера убивали, я думаю... Не сильно простроились Дайр, посмотрев на его счет, ну, умер бы он у нас еще раз, ну и что? А вот теперь ставим на АЭМа. Ну, кстати, АЭМ фармит. АЭМ фармит, фармит Лина. Правда, там камбэкает понемногу у нас уже Эмбер Спирит. Купил себе молнию, хочет купить линку. Кстати, линка здесь неплохо. Да, есть чем сбивать, но все равно неприятно. Если сможет он камбэкнуть, нужно будет, прежде чем выдавать какой-то контроль, попытаться сбить линку, и не всегда это может получиться. Можно попытаться это задоджить, и если начнет играть Эмбер Спирит, то я думаю, линка его... Неплохо ему поможет. Ну что, давайте по артефактам пройдемся. Командным, что у нас тут есть? Тут появилась БКБ, имеется у нас уже медалька. Возможно, в Solar сразу выйдет. Да, купил уже себе Винлейс.
БФ, манта появляется вот на 21.30. Есть Лотар у Дума, все-таки решает купить себе Shadow Blade вместо Даггера. Ну, кстати, такое себе. Возможно, все-таки нужно было ему стоило покупать Даггер, ловить этого Джиггернаута, потому что не всегда ты успеешь добежать к нему. Хотя, возможно, стоит купить и Shadow Blade, и Dagger в этой игре. Поэтому здесь неплохо. Ну и, парни, пока что игра вроде как заканчиваться не собирается. Уже 22-я. Еще стоят и 2 вышки, еще ты один на топе. Снова коэффициентик заедет. Снова заедет, так что заходите на LiveScore. Там за вас уже все сделали модераторы. Просчитали, вам только зайти, посмотреть и поставить. Антимага словили, кстати, под диффузами. Правда, диффуза уже спадает. Возможно, уйдет отсюда. А через ультимейт неплохо Мантой задожил. Стан от Роксира залетает шикарный. Вакуум туда же. Это даблкил для Джиггернаута. Джиггернаут здесь себе камбэкает очень хорошо. Причем АМ уже довольно-таки долго фармит с БФом. И его Джиггернаут уже догоняет. Только что было 9 тысяч нетворса. Уже 11 у Джиггернаута было. А вот у АМа было 10500, стало 11500, но это, правда, его убили, сбили с него немножечко, получил также Джиггернаут, но все равно. Здесь детекшн, Дум заходил, Дума снова убьют, это минус Дум. Это минус Дум, правда, Джай забирает себе килл. Можно было попытаться оставить все-таки Эмбер Спириту, Эмбер залетает, но маны слишком мало, возможно, сейчас это будет ошибка, хотя стягивается сюда неплохо, Кентавр еще играет у нас за коллектив. Непонятно какой, но двоих застанил. Кентавр тут нейтральный, еще и Фуриона зацепили. Это минус 3 в разных частях карты. Плюс убивали Джиггернаут, там появился. По итогу минус 4. Сделали Дайр. Ренлерд, спасибо за подписку. И пока что антимаг. Непонятно, как с этим давлением справляться. Да, есть Дум. Но тут уже и Эмбер камбэкнул. Уже и нужно и думать, в кого Дум выдавать. Выдавай Дум в Джиггернаут или в Эмбер Спирит. А там уже скоро у нас и Дарксир прикупит себе артефакты. Кстати, ДС может купить себе... Грифсы уже есть. Возможно, в какую-то Шиву или Хекс выйти, чтобы, если что, больше контроля выдавать по антимагу. Да, Дарксир вкачал стенку. И там был момент, когда он в соло чуть антимага не убил. С этой стенкой, поэтому немаловажно. Эта стенка сыграла. Смоки нажимает у нас коллектив потом. И сейчас будут заходить, возможно, ловить кого-то в вражеском лесу. А там находится Дарксир. Дарксира можно убивать. Вряд ли он успеет как-то среагировать. Тут имеется у нас Лотар. Увидели Кентавра. Кентавра бы скушать. Было бы неплохо. Спасибо за подписку. Апгрейд. Улетает у нас отсюда Фурион. Эмбер Спирит не успел его зацепить. Но снизу словили Эмбер Спирит, а вряд ли какое-то продолжение будет. Хотя Эмбер Спирит на развороте сам готов подраться, прыгать там у нас в Лину. Камера, конечно же, переключается на топ. Показывает, как фармит MVP этого матча. MVP себе спокойно фармит. Кстати, фармить будет Радик. В этом моменте словили Эмбера. Мажет станом Лина, запрыгивает неплохо Рику. Рику зафокусил у нас. Одного второго должны пытаться убивать Эмбер Спирита, хотя у нас уже уезжает. А вопрос, зачем фокусили ДС, если можно было убивать Эмбер Спирита. По итогу не убьют ни того, ни того. Джиггернаут разлетелся по одному Рику. Возможно, не стоило, но все равно неплохо сыграно. Погибает Гримстроу. Правда, сейчас будет погибать как и Лина, так и Фурион. Это уже минус 3. И Дум на лоу хп спасается бегством. У нас антимаг также решил уйти с этого файта, понимая то, что этот файт уже, увы, не выиграть. Это в прошлой игре. Или что? Это про что вы говорите? Ну да, ну кстати, он камбэкнул неплохо. Начинал 0-0, вроде бы 0-2, потом 1-3 и сейчас 7-3. Или 0-3 начинал. Нет, вообще 0-3 он начинал. И сейчас камбэкнул 7-3. Пока что стал играть безошибочно. У нас здесь Факер. Факер собрался, практически купил уже себе линку, не хватает там буквально 900 голды ему. А, меньше, 1200 уже рецепт стоит, тут не хватает 200 голды даже. Поэтому здесь пока что...
равно все становится, несмотря на счет, но это камбэкнули у нас дайры. Причем наделали больше киллов, но все равно перевес у нас за коллективом потом. Снова подставляется Doom, если Detection, да, есть у нас досты, и Doom, увы, погибает. Снова забирает себе килл Darkseer. Darkseer тут уже неплохо себе настрелял. 5-4, Fury Wong, кстати, топ. Возможно, упадет, тут зацепили Рико, но Рико не та цель, которую хочется убивать, но все равно стягивается на него. Он пытается тут еще подкидываться с сеточкой, но времени выиграл, хотя бы барак бы стоило забрать, но все-таки Ember Spirit уже здесь, прыгает дальше, возможно, зацепит антимага, но антимага уже есть дагер, отпрыгнет и, возможно, дагера вот нажмет, вряд ли получится ему как-то его сбить, а ему летает, и растянули немножечко по карте своих оппонентов, но, увы, сторону забрать не получилось. Забрали Т3-вышку, тоже неплохо, по шайну можно поработать, катапульта добивает все-таки барак. Кстати, это неплохо. Это неплохо, это даже очень хорошо. Тотал больше, думаешь, есть? Скорее всего, да. Там осталось 7 минут, 7.30. Тут драка начинается. Фурион практически погибает. Словили Джиггернаута в Дум, но... А получится дальше как-то его зафокусить по итоге полдума. Половину половины Дума он простоял у нас в Blade Fury, урона никого не получал, неплохо, баша работает, нужно выдавать ультимативную, там зацепили его еще Лагуна, это уже минус Джиггернаут, также зацепили Ember Spirit фистами пытается это все дело пододжить, сбивает линку, но Ember Spirit как-то на развороте на лоу хп пытается драться, это не лучшая затея для него, находит регенерацию еще себе антимаг, и по итогу драка у нас в пользу коллектива потом. Все-таки убили Джиггернаута. Сколько с него сняли? 852. Правда, забирает себе это не антимаг Алина, но тоже неплохо. Тоже неплохо. Хочет купить себе Шиву, хочет купить себе Хекс. Два неплохих артефакта. Правда, Шиву может себе оформить Дум, а вот линия бы в Хекс сразу выйти. Спасибо за подписку, Пишкер. Кенайбет. Спорно, спорно, лучше не ставить. Вегента 30, 331. Молния появляется также у Джиггернаута. Змейки были потрачены на Т2 вышку. А зачем там? И так она была на лоу хп. Сейчас пока есть их немножко себе земелья. Либо же там потные у нас. Раста заденает, Рико увидели, кстати, Рико должен погибать, это минус Рико. Это минус Рико, да, забрал Т2 вышку, но потратил змейки, также сам отдался. Подожди, за Рико 500 голды, а не многовато ли? А не многовато ли? Плюс забирает себе это все дело Ember Spirit, антимаг начинает понемногу вырываться вперед, но пока что это не особо как-то ему помогает. Андрей ДВ 01, спасибо тебе за подписку. Эбисал уже появляется у Джиггернаута. Кстати, сейчас неприятности. Ой, у антимага. У Джиггернаута сейчас неприятности будут. Под Blade Fury особо сейчас ТПА вот не нажмешь. Есть Эбисал, плюс какой-то шальной баш сам может сработать. Но главное, чтобы сейчас 35 зашел, впрыгивает, неплохо лишает маны. Камера переключается неплохо. Джиггернаут там вряд ли погибнет. Просто стянули немножечко героев на топ. Зацепили, кстати, земелью. Земелья ошибается. Земелья зря сюда прыгал. Возможно, земелья думал, что все-таки получится убить Джиггернаута. Но, увы, Джаггера там не убьешь. На пот М2.6 поймал. Думаешь, зайдет? Может быть. Может быть. Антимаг фармит. Тут нужно смотреть. Все зависит от того, кто первый нападет и кто первый ошибется. Сейчас игра равная. Спасибо за подписку. Мир 12. Кто видел графики? Давайте покажу графики. Вот у нас графики по XP, а по голде у нас качели. Но, кстати, еще ни разу соуты не были впереди в этой игре. АМ докнет по КД, но АМ фармит. Все равно это ему не мешает быть в топе. Тут нас пытаются прохарасить тренты, но по итогу больше отдали, чем нанесли. Тут сейчас отрегенится, а вот голда лишняя не бывает. Ну и что, Джиггернаут все-таки решает выйти в манту. Точнее, в манту. Но, кстати, возможно, и Сия тут было неплохо, но все-таки хочет доджить, если что. Спылы БКБ появляется у Дума. Кстати, БКБ здесь неплохо смотрится. Правда, вот единственный минус, то что вот этот... Эта вот обилка все-таки проходит.
сквозь БКБ и 5000 преимущества, 31 минута, не так уж и много, но счет как-то сильно разгромный. Опять же таки, вроде потом неплохо начинали, убивали и на топе, на миду тоже убивали, также прибегал земель антимага, кстати, тут словили антимага, как-то бы немножко под контролем, чтобы его иллюзии лишили маны, выпорстафливают отсюда, и просто с даггера должен уходить, а хватит ли ему хитпоинтов, нет, не хватает, антимага убивает, 600 голды забирает, правда, себе эмбер спирит, но все равно антимаг на 100 секунд фармить не будет. И сейчас за эти 100 секунд нужно идти пытаться либо забирать Рошана, либо же разводить на байбек. Отдадут Рошана. Слишком быстро он падает. Если сейчас антимаг нажмет байбек, это будет как-то очень и очень плохо. Ну да, это total 36,5. Это больше, это 37 минут. Да, все верно. На 30 же вроде ставили, но на 30 там был 1,2. Вроде как. Вроде как. Давайте посмотрим. Так, тут у нас земель запрыгивает слишком далеко. Нужно наказывать его за это. Земель сбили. Роллинг Тандерк и земель забирают. Правда, Джиггернаут там неплохо разультился. Комбинация работает под ультимейтом Гримстроука. Не хватает немножко урона, чтобы забрать Дума. Но все равно антимаг жадничает. Байбек сейчас за это будет падать. Т2 вышка и, возможно, Т3 вышка также упадет. Правда, тут земель, а? Еще не земля, Рико стягивается на топ, будет пытаться хотя бы полноценную сторону забрать. И сейчас Эмбер все-таки нажал телепорт, но Эмбер с Ремнанта, если что, вернется. Заберет у нас сейчас змейки, отгонит оттуда Расту. Зацепили, кстати, Дума. Дума, будет ли какое-то продолжение. Антимаг жадничает байбек и по итогу сейчас сторону потеряет. За счет этого... ХЗ в ХГБ, думаю, 37. Нормально. Тут, кстати, словили земелью. Земелью можно постараться убить. Прокнет ли баш? Баш не прокает, но без маны вряд ли уже куда-то уйдет. Это минус земелья. 104 секунды его не будет. Байбекался. Он или не байбекался? Нет, не байбекался. Фурион залетел. А куда Фурион залетел? Фрион залетел к себе в таверну, сразу же его сбривает, 70 секунд также без байбека, ДС нажимает байбек. Тут... Зафокусили Джаггера. Ну, тотал уже зашел, тотал зашел, кто на 35 ставил, тут игра пока что не заканчивается, убивает у нас здесь Рико, также, возможно, сейчас погибнет антимаг, антимаг на лоу хп, но антимага есть байбек, также появился байбек у Рико. Это что фура сделала? Фура залетела погулять, так бы сказать. Ну и что, счет сравнялся, точнее не счет, нетворцы сравняли, счет на 19 киллов больше сделали у нас все-таки коллектив Дайер, но сейчас могут попытаться даже сторону полноценную забрать, возможно, две. Тянуться на низ и потом дождаться второго Рошана и по топу зайти. Эмбер Спирит приобретает себе радик. Дум откинули неплохо байбек от АМа. Зацепили там неплохо у нас Джиггернаута. Джиггернаут бежит под Думом, но, увы, Сюрш это все дело компенсирует. Прыгает неплохо Хекс, но у Джиггернаута вряд ли получится засейвить. Это минус Джиггернаут. Также зацепили еще ДС. Эбисл работает также по рубашу прока. Туда залетает стан от Лина. Это еще минус Дарксир. Два героя погибают без байбека и сейчас... Может и игра так закончится. 80 секунд слишком много. Зацепили еще и Эмбер. Эмбер задоджил неплохо. Это все дело от Рико. Прыгает на Ремнантом. Уходит как можно дальше. И все-таки уходит отсюда. Подворвал еще земелья неплохо. У нас баунти руны 2. И, но правда, откатился байбек у Джиггернаута. Но у ДС-а, увы, нету. Давайте свободную камеру поставим. Все-таки камера у нас начинает немножечко под утро. Не проснулась еще, зацепили Эмбера, Эмбера как-то бы засейвит, будет ли продолжение по нему, уходит на лоу хп, Джиггернаут разультился, это уже минус антимаг, это уже минус раста и просто будет спасаться бегством коллектив потом, потому что, увы, подраться хорошо здесь уже не получится, запрыгивает также у нас еще и по Фуриону, Фурион сбивает ему телепорт и минус 3 на развороте, парни качели прям нереальные, качели жесткие, причем качели очень жесткие.
Вроде бы Джиггернаут. Погиб без байбека, пошли. Пока дошли до хайграунда, байбек откэдэшился на Джиггернауте. И Джиггернаут здесь по итогу своим ультимейтом развалил. Сейчас сами будут идти разводить на байбеке, но байбеков точка нет. Байбеков точка нет. Можем уже, кстати, байбеки поставить. Что у нас по байбекам? АМ не хватает. АМ байбекался, растет также. Времени не хватает. Ну вот Фурион. Фурион, даже если был бы байбек, это не лучший герой. Сейчас вдвоем будут вынуждены дефать. Фурион, по сути, здесь сейчас может полететь крипов. Хотя бы скипнуть, чтобы, если что, этих с пылами забрать. Но Фурион все-таки решает. Да, скипает крипов. Залетел туда. Правда, Лину зацепили. Есть у нее БКБ. Можно прожимать. Прожимается БКБ. Но, увы, это БКБ никуда. Нижняя сторона сейчас также будет падать после мида. Еще будут игры сегодня, да, но уже днем. Уже днем в 17:30. В 17:30, правда, в 6 утра. Через час стартуется у нас еще один турнир, но там другие кастеры будут. И просто в трон решают пойти у нас дар. Неужели это будет 1-1? Неплохо зацепили Лину. Лину бы как-то зафокусить, Юлом все это дело доджится. А если детекшн по ней, да, досты имеются. Это минус Лина. Есть у нее байбек. 20 секунд. Антимага, Т4 вышка практически упала. Зацепили там Грифстрока. Погибает у нас Фурион, правда, погибает также и Земеля сейчас, скорее всего. Земеля, лоу хп, это минус Земеля. Опять качели, парни, там Джиггернаут на лоу хп уходит, Джиггернаут погибает, а в этот раз Джиггернаут уже точно без байбека, и все еще непонятно, кто у нас победит. СНГ, жесть. Дядя ЧСВ. Это кто, дядя ЧСВ? Антимаг руинит, но антимаг сейчас появился, антимаг будет пытаться сейчас заканчивать эту игру, точно знает, что нету байбека у земели, точно знает, что нету байбека у Джиггернаута, и троем, кстати, будет сложновато задефать, вроде бы есть ультимейт у Гримстроука, а с чем его комбинировать? Комбинировать не с чем, хекс еще не появился, поэтому сейчас главное не подставиться, потому что тут у нас уже есть даггер, и подставишься под даггер, можешь проиграть, может прыгнуть сейчас попытаться Рико, но там линка. Там линка, Эмбера увидели, и поднимается на хэграунд антимаг, будет пытаться забирать вторую сторону, так, неплохо, вакуум заезжает, сейчас иллюзия антимага тут будет настреливать, туда же ультимейт от Гримстрока, Сален заезжает, антимаг очень поздно нажал манту, точнее очень рано, сейчас за счет этого может погибнуть, остается новый хп, получится его забить, да, убивает антимаг, это минус антимаг, нужно дать детекшн у нас по Рико, но Рико все-таки нашли, чейнами залетает туда еще Эмбер Спирит, и парни, вот. Кто идет на хайграунд, тот погибает. Снова. Снова, снова, снова качели происходят. И как-то это... Как-то это очень все слишком круто происходит. Антимаг очень сильно зафейлился этой мантой. Мог он его нажимать позже. Но, увы, словил сайленс. И за счет этого его убили. Сейчас... Уже аналогичная ситуация, которая была перед этим. Знают, что нету байбека у антимага. Будут пытаться его словить. Дум откидывается неплохо. Снова откидывается у нас ультимейт. Тут уже имеется хекс. Залетает неплохо по двоим. Лину бы быстренько зафокусить. Лину точно должны убивать. Это минус Лина. После байбека также заберут и Дума. Дум отлетает. Также в таверну. Остается на лоу хп. Но это конечная, парни. Счет серии становится 1-1. Тотал зашел. Ну и кто поставил на коэффициент 9, тоже поздравляем. Подняли вы нормально, и все-таки факер камбэкнул. Факер камбэкнул и отомстил за прошлую игру. Какой там у него счет? Счет у него 12-3, кстати, довольно-таки неплохой. Прыга дальше под фонтан, но это может быть ошибка. Хотя вакуум это все дело компенсирует. И сейчас good game прописывают. Неплохо. Неплохо, парни. Вот показываю вам последний раз, где находится сценарий по тотал больше